Так, вин. Сейчас я до тебя доберусь. Так. Короче, возьму, наверное, вот это. Вот это. Кстати, готов помочь. Да. Тут надо как-то, чтобы все поместилось, так сделать. Давай-ка мы вот так вот, наверное, сейчас переделаем. Чтобы все было норма. Так. Как-то так. Вин. Давай, что у тебя? А, как я рада тебя видеть, друг мой. Я подумывала навестить тебя в башне бдения, но дела не позволили. Так, а что случилось? В Камберленде собирается коллегия магов, и я обязана быть там. Надеюсь, что все это закончится прежде, чем начнется. Однако у тебя и так много хлопот. Не стану больше донимать тебя своими проблемами. Ты уж прости, эти события касаются не только магов. Отлично. Тогда тебе, наверное, стоит знать, что в наших братствах творится что-то неладное. Либертарианцы хотят целиком отделиться от церкви. И если они наберут достаточно сторонников... Целиком отделиться? Это безумие! Мне надзор церкви ненавистен так же, как любому другому магу. Но ведь не могут же они просто взять и уйти. Тогда точно, жди катастрофы. Тревожное известие. Но вполне возможно, что эти вести ничего не стоят. И все равно будь начеку. А теперь мне надо еще немало сделать, прежде чем отбыть в Невару. Но, возможно, ты сумеешь оказать мне одну услугу. Инес, одна из моих сестер по кругу, в последние месяцы живет в лесу Вендинг. В тех местах неспокойно, и поэтому круг не сумел с ней связаться. Если тебе случится, странствуя по свету, оказаться в том лесу, может, расскажешь ей о собрании коллегии? Что она делает в лесу Вендинг? А да кто ее знает? Скорее всего, роется в земле, выискивая какое-нибудь растение, неизвестное науке. Она у нас заядлый огородник, то есть, прошу прощения, ботаник. Если забыть о ее увлечениях и чудачествах, Инес – уважаемый маг, и к тому же она рассудительная. Такая сторонница нам бы не помешала. Час поздний, мне пора идти. Приятно было снова встретиться с тобой. Удачи тебе, друг мой. Так, ботаник Инес, окей. Так, что тут у нас? Живое дерево. Так, храмовникам нужно браться древесины древних сильванов. Так, поняла. Братья и сестры мои, создатели. Такие разбойники представляют мужчин и женщин. Короче, помочь надо. Храмовникам требуется помощник. У меня сейчас справляться с магами. Так, окей. Аптечки. А, аптечки в дар, это я могу. У меня есть с собой. Отвергайте грех и храните веру. И познаете вы блаженство благословения Создателя. Окей. Ну хорошо. Припарки в дар. Да, вообще без проблем. На еще. Отвергайте грех и храните веру. Все, что ли?
Так, ладно. Так, что мне можно выкинуть, да? Блин, даже не знаю. Это я выкинула. Бомбу я выкинула. Ну нахрена мне вот эти вот руны? От электричества для новичка. Нет, тоже нафиг. Короче, я потом куплю, если чего, потому что ну нахрен. Конечно. Инвентарь заполнен. А что это, блин? Ладно, потом вернусь. Там что, так много места надо, что ли? Стражники. Они никого не пускают в город. Но ведь снаружи... Моя помощь не нужна? Я читала твое объявление на доске. Я очень рада, что командор Серых Стражей проявил личный интерес к этому делу. Извините, что столь туманно выражаюсь, но Амарантайн – рассадник малификаров. Если бы мы указали там кто да что, они все тут же разбежались бы. Угу. А почему вы сами их не поймаете? Я только недавно приняла обед, а старшие храмовники отправились в Денерим за пополнением. Они мне предложили найти кого-нибудь опытного, вроде вас, кто мог бы поймать Малификара. Так, конечно. Что именно от меня требуется? Я описала художнику разыскиваемых, и тот написал с моих слов портреты. Вот они. Если сможете найти их и допросить, считайте, что поступите в угоду создателю. Окей. Хорошо. Посмотрим, что можно будет сделать. Так, частные документы. Там вот еще сундук. Грехи, пропасть так надолго, это на Карама совсем не похоже. Я-то думала, он в трактире торчит. Нам должно следовать примеру. Окей, посмотрим. И размышлять над песней. Начну. Так, топор мне не нужен точно. Бумага тоже не нужна, книжная полка, что там? Все, что ли? Все, да? Так, а ты что не скажешь? Люди совсем не думают о духовных делах. Бюро находок. О! Вязаный шар, на. Не стоило. Да, больше не получишь, раз не стоило. Блин, а? И как есть только один мир. Ладно, я, короче, сначала отправлюсь к себе обратно. В крепость скину весь шмот, который мне не нужен, ну, который мне мешает. Ну чего там, расчистили? Стало быть, ты из рода Хоу. А ты что имеешь против? Да что ты, я просто обожаю Хоу. Завал в подземелье все еще расчищает. А также скоро закончим. Хоу, Чоу, Шоу и далее в алфавитном порядке. Как остроумно. Просто безобразие, сколько времени мне понадобилось, чтобы это придумать. Командор. Так, есть что-нибудь для меня? Подождите минутку. Опа, операция по спасению. Многие уже знают, что корабль, везший припасы для башни бдения, разбился у Ансельмова рифа. Наши солдаты смогли спасти почти всех выживших, но припасы, скорее всего, пропали безвозвратно. К
К сожалению, у нас недостаточно людей для спасения груза. Полагаю, все, что осталось, поглотит море или заберут бродяги. Я разберусь, как обычно. Знаешь, среди серых стражей уже был один Хоуп. Дальний родственник, наверное. Скорее просто иду по стопам деда. Его звали Падрик Хоуп. Он вступил в Орден еще до того, как стражи вернулись в Ферлдент. Сразу после войны. С семьей он больше не общался. Просто исчез. Теперь, когда я знаю, что такое посвящение, мне думается, что он умер. Угу. Много достойных мужчин и женщин умерло на посвящение. Теперь я это знаю. Отец всегда говорил, что он был чудовищем. Бросил, мол, семью ради какой-то ерунды. Раньше я стыдился своего деда. А теперь понимаю, что он совершил подвиг. К такому надо привыкнуть. Если уж кого тебе стыдиться, так только отца. Увы. Отец частенько забывал, что слово «благородный» указывает не только на происхождение. Я уже говорил, что тот самый лук как раз дедушкин. Спасибо тебе за него. Как бы то ни было, нам лучше заняться делом. Могу поспорить, что порождений тьмы на наш век хватит. О, одобряют плюс 8. Супер. Супер, отлично. Хороший он, малый. Не то, что его папаша, блин. Так, это я все скидываю. А, это тоже. Так. Щиты тоже я все скину. Вот, у меня тут вот этих штук дофига. Набрала, блин. Понабирала. Так. Вот эту руну сюда и вот эту руну сюда закину, потому что мне они не нужны пока что. В принципе, вроде бы сносно. Так, обувь погодного. Перчатки хранителя, знание, сапоги, капюшон. Ну ладно. Так, а ты чего? А что бы ты сделала, если б могла уйти из серых стражей? Так, если ты страж, то это навсегда. То есть возврата нет? Значит ли это, что из стражей не уходят? Уйти можно, но скверна останется в тебе навсегда. Можно убежать, но нельзя спрятаться. Где-то я это уже слышал. Честно говоря, мне бы не понравилось застрять где-то безвозвратно. Слишком уж похоже на круг. После 7-й попытки побега они могли бы уж мне и уступить. Ты пытался забежать 7 раз? О, я мастер по побегам из башни. Только вот далеко убежать не получалось. По крайней мере, до сих пор. По правде говоря, если мне чего-то и не хватает из того, что было в круге, так это того кота. У тебя теперь новый есть. Ага, как поживаешь, сэр Ланселап? Ха, из тебя выйдет отменный мышелов. Интересно, а кот может стать серым стражем? Ах ты, про хвост, не одобряет он еще, засранец. Я тебя не одобрю. Так, что тут с Огроном-то? Огром, ты что, тут пьешься? Прелестно. Эй, я... Слушай, я тебе хочу сказать спасибо, что спасла сегодня мою задницу. Ну, тот самый тип. Ну, он все. А я такой... Но тут в меня стрела воткнулась. И тут я как рухнул. Это было... А ты была там, и вся такая из себя... Умопотрясающе. Лол.
Рада была помочь. Я хочу выпить за тебя, командор. За... Уберите от него бочонок этот. Он его сейчас весь добьет, блин. Вам что-нибудь нужно, командор? Да чё мне, да. Давай посмотрим, что у тебя есть. Навряд ли мне что-то нужно, потому что... Ой, нет, короче, ничего мне не надо, я пошла. Да, да. Ой, огранно, господи боже. Ну чего там? Завал в подземелье все еще расчищает. Давай ты у нас будешь грязная подземная вонючка. А ты грязная волшебная вонючка. Стараюсь как могу, зато я не пивной бургер на ножках, рыгающий каждую минуту. А я не трусливый подлиза, что ластится всем подряд. Точно, нам надо создать общество имени друг друга. Так, ладно. Как захочешь. Не, вот это лучше, да. Так, ну все, теперь погнали. Пойдем-ка мы спасать припасы. Да, тебя прет, блин. Вот это мне нравится. Пойду мага завалю. Ой. Маг крови, блин, был. Вот это бой. Так, товары. Товары надо собрать. Топаз я возьму, да. Я постараюсь. Прелестно. Вообще нормально, да, командор тут, короче, ходит и все делает. Так. Отлично, блин, наш командор ничего не делал. А у нас его и не было. У нас Дункан-то умер, и все. Так. Вроде как все. Все же? Давай посмотрим. Муж и женщина. А, ладно, короче, не важно. Так, припасы. Знаешь, я... Натаниэль, мы собрала. С тобой очень похожи. И каким же образом? Все ненавидят ваш род за какие-то совершенные злодейства. И тебя тоже, хоть ты тут ни при чем. Надеюсь, Андерс, что ты прав. Это же все равно, что быть магом. Будь на свете побольше Хоу, их бы тоже заточили в башне, чтобы защитить весь прочий мир. Восхитительная аналогия. Это точно. Так, ну что? Давай. Командор. Есть что-нибудь для меня? Подождите минутку. Блин, а кому задание-то сдать?
Я же вроде все собрала, нет? Разве нет? Я к вашим услугам, командор. Хорошо, командор. Чё-то не поняла. Так. Путина, так, это понятно, главный сюжет. Так, убить трех отступников, найдите мужа, разберитесь с разбойником, который терроризирует беженцев, укрывшись за городскими стенами. Так, потерять шелк, скопировать надписи, найти магичку, добыть образцы древесины, найти меч. А припасы тогда для чего? Ладно. Да, да. Скоро там, Юа. Завал в подземелье все еще расчищают. Знаешь, скоро закончим. Когда твой папка занял дворец Эрла Денерима, он не в спальне, а в подземелье ночевал. О чем это ты? Дилайла правду говорила, что отец начал потакать темным сторонам своей натуры. Разговоры про отцов всем нужны. Просто помочь пытаюсь. Так, ну хорошо. А, значит, мне куда идти? Я постараюсь. Да, покинутое убежище там была. Черное болото, лес Вендинг. Тут я была. Холмы Амарантайн. В Амарантайн я пойду, потому что я там, помню, все доделала еще. Поняла, ты чё, нахрен? Вот это наглёшь вообще. С вашим влиянием вы могли бы помочь всему городу. Везде. А вы убийца. Вот проклятие. Мне нечего вам сказать. Везде. Вот проклятие. Надо быть начеку. Храмовники. Везде. Вот проклятие. Надо быть начеку. А, мерзавцы! Вам меня не взять! Ну стоять, блин. Капец, блин. А, это малификар. Одежда. Так, пойдем дальше. Что за растение в горшке, блин? Сколько у меня там места? 24. Должно влезть. Все, что не есть прелестно. В этом мире, конечно, что один. Предмет получено. Ну.
Растение в горшке. Блин, для кого это растение в горшке? Это, наверное, это... Летает, другой потом потерял. Кому-нибудь потом, может, надо. Ладно, потом разберусь. Ты же не считаешь, Серёж, что смешно шутить, правда? Кажется, муха опять зажужжала. Глаза ящерицы. Возможно, сердце. Да, кровь из сердца. Что? Что такое? Убирайся! Стоять, блин. Столько за ним бежала, жесть. Да стражи сами по себе, кучка бандитов. Ты охренел, сейчас в лоб дам. Так, хорошо, ты там что собрал вести-то, нет? Карта мира, а это куда? Двери выбиты, головы разбиты, порог получил по заслугам. Но у меня есть ответы. Так, кто же мои враги? Узнать имена заговорщиков я не смог. Они хорошо маскируются. Но мне известно, где они собираются встретиться. На ферме старого Старка, на Феравеллских равнинах. Так. Тогда мне стоит поспешить. Храни вас, Создатель. Так, ладно. Никого нет. Рад вас видеть в добром здравии. Да. Командор. Так, а тебе что надо? Вы вернулись. С какими вестями? Потом, значит, я еще ничего не сделала, да? Надо успокоиться, вести себя как всегда. Да, все в порядке. Нет. Надо успокоиться. Стоять. Вести себя как всегда. Да, все в... Стоять! О, сейчас поднимемся! О, задание обновлено. Можно возвращаться, походу. Маг-отступник, я вижу. Клянусь силой моей крови, вы заплатите за то, что сотворили с моими учениками! Это что? Получай. Так. Так, ну я и пойду. А теперь сейчас. Сдам вот это задание, и мне надо будет чё, поторопиться, там заговор против меня плетут. Вообще офигели уже. Ну хорошо. Вообще офигели уже, заговор против меня, это ж вообще, блин. Сейчас все узнаю, блин, и по жопе надаю. Буду молиться за вас, командор. Ёлки-палки, а чё надо на... А, окей. Наверное, вот здесь вот надо, да, читаться? Отвергайте грех.
Все, что не есть в этом мире, конечно. Что один... Так, а здесь чего было? Я почти уверен, что у тебя во рту что-то сдохло. Анекдот. Гном нападает на мага и побеждает. Ну да, заметил я, как ты в прошлом бою написал дурной прием. Штаны. Спасибо. Теперь неделю не сниму. Я постараюсь. Ферма старого Старка. Давай, давай, давай. Это не Старк из «Игры престолов» случайно? Шутка. Командор, нас разоблачили. Иначе я еще не вот оно. Убийцы с бором? Давай, не мешкать! Леди Лиза Пактон? Лорд Гай? Ах вы, сукины дети! Это те, которые... А-а-а! Я поняла. Я все поняла. Так, а мне куда идти-то? В какую сторону? Сюда можно? Ну, хорошо. Так.